Привет всем! Ну, что-то мне захотелось творожную запеканку. У меня две пачки творога тут дома есть, и я сделаю как раз творожную запеканку и как раз поделюсь с вами, как я буду ее делать. Так, я взяла две пачки творога у меня было, два яичка, сахар, ману и тут чуть-чуть сметаны есть. Магазин у меня далеко, но сколько есть, столько есть. Так, и разрыхлитель теста и ванильный сахар. Ну вот, что я сейчас буду делать. Так, я сейчас возьму творог. Творог поставлю в чашку. Так, две пачки творога здесь. Так, и сюда сейчас немножко соли добавлю. Так, яички я отдельно собью. Так, сюда я добавлю сначала сметану, сколько у меня тут есть, столько есть. Одна, ну, две ложки где-то будет. Ну, я думаю, хватит. Вот. Хорошо, кто в городе живет, рядом магазины много, а мне идти надо до магазина. И не хочется идти сегодня. Так, размешаю так чуть-чуть. Вот, а сюда добавлю я где-то 2-3 столовые ложки сахара и 1 ложку сахара в яички я добавлю. Так, вот и чайную ложечку ванильного сахара. Так. Так, манки. Манки. Где-то 3 неполные ложки, наверное, добавлю. Вот таких. 3 ложки, я думаю, хватит. И разрыхлитель теста. Вот такую чайную ложечку тут. Как раз и будет вот чайная. Ой, ложечка, нет, там еще есть. Тут было все уже, оказывается, там еще у меня есть. Так, это все я смешала и сейчас собью яички миксером. Яички я сбила, и сейчас их сюда в творожную массу. Как раз. Так. Все смешаю. Ну и тут сейчас тоже. И теперь эту творожную массу тоже подъем миксером. Так, я сбила. Ну, а теперь пускай минут 20-25 постоит, чтоб манка там сделала свое дело. Набухла там все такое. Ну, теперь пускай стоит минут 20. Так, 20 минут уже прошло. Я подготовила вот противень, круглую взяла. Бумагу постелила для выпечки. Ну, сейчас размешаю чуть-чуть. Вот. И на противень. Духовку, конечно, уже должна быть нагретая, включенная. Так. И выпекать. Ну, я думаю, 20-25 минут на 180 градусов будет готово. Будем ждать теперь результата, как получится.
Ну вот, моя запеканочка и готова. Вот она, штучку покажу. Вот такая вот. Так, ну сейчас я разрежу. Конечно, было бы больше творога, она такая побольше бы вышла. Вот. Ну вот такая. Вот она такая. Чуть-чуть воздушненькая такая вышла. Сейчас попробую. Горячая еще. Вкусная. Вкусная запеканочка. Так что тоже готовьте запеканочки. Ну и вот. Сегодня у меня вот такой вот будет ужин. Ну, а кому понравился мой рецепт, ставьте лайки. Ну и всем приятного аппетита. С вами Сармуля. Пока!